В этом патче увеличили все локации в 4-5 раз, по-моему. И теперь вернули призмы, которые были в демках. За них, по-моему, покупались предметы. И теперь появился хаб между локациями. То есть, когда ты проходишь локацию, ты попадаешь в какой-то хаб, и там можно апгрейдить что-то. Там кузница есть, там есть пьедесталы, на которых можно купить пушки, купить не пушки, наверное, способности какие-то. Ну, в общем, вот, просто такой этот промежуточную локу сделали. А вот, ну, стало по-другому. Привет, Никитенда. Привет, кто? Фифей, да. Привет, Фей. Да. И друзья, привет, друзья. Сегодня поиграем в новое обновление Gatekeeper. Оно прям крупное вышло, очень многое поменяли. Там локации увеличили, добавили какие-то хаб-локации, вернули призмы. Мы обожаем призмы, поэтому радуемся их возвращению. За них, по идее, нужно покупать предметы. До этого они были бесплатны. Поэтому не знаю, насколько призмы друзья нам, но посмотрим. Значит, важная новость, что прямо сейчас Gatekeeper разыгрывается в нашем Телеграме. И если вам понравится то, что вы увидели, то, возможно, очень-очень стоит поучаствовать в этом розыгрыше. Осталось совсем немного времени в нем поучаствовать. Розыгрыш в закрепе. В закрепе, да. Там прям такие радужные, красивые буковки «Розыгрыш». Прям в закрепе. Для участия нужно всего лишь подписаться на наш Телеграм-канал. Так, значит, тут есть ближник и дальник, да, у нас доступен по умолчанию. Ты за кого, за ближника или за дальника? Я за ренжа, да. Окей, ну я тогда за ближника пойду, мне в принципе пофиг. Я еще после смерти получаю 50%, ну я возрождение получаю, 50% к дамагу. Класс. Зашибись. Я не помню, какие там приколы у милишника. Да, я, честно говоря, тоже. Так, как ходить? Так. А, у меня дэш какой-то прям прикольный. Я уже и забыл. Ага. Вороны, по-моему, наводятся на кого-то. Ты кто такой? Я близко к поддержке. Платно. Платно. Я только зашел в игру, с меня уже требуют денег. Да. Ну, в Risk of Rain не платно, а тут тебе что, бесплатно? А, ну тут какой-то дар бесплатный. Да? Что есть? Бесплатно это я хватаю. Где? Ну, там рука. Я не понимаю, я это взял или не взял? А может, я взял? А тебе нельзя больше? Не, я подошел, там мне что-то появилось, какие-то шипы. Сейчас такого больше нет. Ну, попробуешь в следующий раз первым взять. Распределение. Платно. Опять что-то платно. Платно за какие-то красные, я не знаю, что это. Я вижу в правом нижнем углу, у меня голубенькое и желтое, рыжее. Не, красным оно красное показывается, потому что не хватает. Вообще это вот эти синие штуки. Да-да-да, понял. Я вот не пойму, почему, когда проходишь через эту арку, она не становится прозрачной? Это сбивает. Во всех изометрических играх, когда перед тобой что-то появляется, оно становится прозрачным обычно. Вот здесь вокруг героя такой кругляшок, когда он смотрит, треугольниками. Да. Нет, ну типа у меня стрелочка показывает, куда он смотрит, куда как бы курсор направлен. Ты так. С клавомыши или с геймпада? Да, с клавомыши. Нам нужно зарядить тотемы. Ау. Я разбил какие-то блёпы, что это? Это деньги, они, походу, либо деньги, либо опыт. Ну, наверное, деньги.
Так, народ, по одному. Где вообще что-то связанное с нашим квестом? Ну, сверху слева есть мини-карта, я заметил. О, кстати, реально, да. Вот это то, что я забыл в почноуте. Появилась мини-карта. О. Это что? Это, на это у нас уже денег хватает. Эволюция, так. Реген, дамаг, скорость атаки. Ну, все, что было раньше. Так. Е. Регенерация. При уровне здоровья. Если бить, следующая атака наносит больше урона. Ага. Плюс 25% к урону в радиусе 8 единиц вокруг привратника. А, я прочитал сначала противника. Привратник. Окей. То есть это... А, ну, для меня это просто баф. А, на тебя он тоже работает, или ты тоже подобрал эту штуку? Какую? Вот этот шарик, который вокруг тебя с шипами. А, это то, что ты говорил про треугольнички? Да-да-да. Круг с треугольниками. Это... А что делать, я не... Это повышает урон в этом радиусе твой. А. Ну, для меня это прямой баф. Угу. Это что? Это просто стоит камень, да? Светится. Да. Походу. Что-то на нерусском. Ну, кстати, на мини-карте показывается что-то. Наверное, нам туда надо просто сходить. Ну да, два желтых — это, наверное, тотемы, а серенькие — это магазы, типа того. Враги просто, ну, бесконечно, наверное, спавнятся пока что. Так, это то, откуда мы вернулись. Регенерация или еще больше урона? Эволюция. Так, ты кто? Дриск поддержки. Оу. Разумный талисман атакует каждые 8 секунд. Без противника. Давайте это. Вот тут желтое. А, это и есть тот тотем, который надо зарядить, видимо. Угу. Да. Я вспомнил. Но это было. Но добавили какой-то новый ивент на уровне, который вместо этого может происходить. Тут же как было? Убить какое-то количество врагов. Вот эти тотемы и еще какая-то штука, не помню что. И вот добавили какую-то четвертую. Но тотем просто спамнит какие-то... Что-то постоянно. Что нам должно мешать. В начале каждого оборота тотем порождает усиленную орду. Ну ладно. Сколько процентов? 60 уже. Угу. А что за обороты? Мне интересно. Какие обороты? Ну, там было сказано, в начале каждого оборота тотем порождает усиленную орду. Что за обороты? Внутри области все получают на 30% больше урона. Я этому должен радоваться или плакать? Ну, поплачь. Ладно, один тотем есть. Погнали за вторым. Так, там платно есть. Это не то, где мы уже купили? Ну, у меня оно горит, значит, я не купил. Ну, кстати, их как будто бы больше стало, да? Ну, наверное, из-за того, что уровень сам стал побольше. Шанс нанести критический урон.
Пойдет. Как же я эволюционирую? Так, мы не туда пошли. Не пойму, почему даже, когда такой замес начинается, играет какой-то эмбиент. Вот биточек начинает, какие-то басы появляться. На чилле. Как же у меня лагает. Да? Сколько у тебя FPS? Да нет, я про то, что враги подтэпиваются немного. А. Интернет нормальный по виде. Для меня музыка весь кайф вообще убивает. Хочется чего-то такого, чтобы долбило прям. Ну, хотя бы в замес. Это под какой-то low-fi hip-hop chill beats to relax and study to. Месяч врагов. Не согласен? Ну, КЗ. Наушники просто нормально купить надо. С бас-бустом? С бас-бустом, с цапом, с усилителем. Чтоб раскрыть этот эмбиент. Это твое что-то было или что-то прикатилось? Какой-то шар, который нас убил в первом видосе по этой игре. Помнишь? А, ну вот эта турель запускает шары. И они причем наводятся потом. Я кучу одинаковых штук стакую, которые увеличивают мой урон в радиусе. Я стакую себе какую-то штуку, которая после убийства увеличивает первый выстрел. Это что такое? Это все, уйти можно? Или да? Или нет? Что я нажал? Это босс? Что? Что это? Тебя убило? Нет. Что ты нажал? Ну, статую, которая... Коснуться статуи принц. Что я жмал? Ну, это босс, да. Это наверное, необходимо босс. Было сделать? Ну да, это задача висит слева. Мы фармим эволюцию и чё? Чё, милишник не вывозишь? Вывожу. Так, наверное, надо его бить, а не... Ух! Ау! Ау, понял. Тебя прибило? Ну, это я так, чтобы 50% доп. Урона получить. Не обращай внимания. Я в ёлках запутался. Блин, я дэшусь к курсору, а не туда, куда иду. Это сбивает. Так, эволюция. Что? Я дэшусь туда, куда я жму движение. А мне ачивку дало. Хорошо. Убить 10 врагов одним выстрелом. Тебе давал какие-нибудь ачивки? Сейчас нет. Ну вообще, наверное, были. Ты вообще где? Да, и здесь. Тих. Блин, как на милишнике против этого чувака играть? Не знаю, я поэтому и взял ранжа. Но я милишника взял для разнообразия. Потому что лайфстил какой-то есть или что-нибудь такое. Но у него броня. Повышенный реген, по идее. Но как это поможет, если враг, ну босс тупо вокруг себя ауру дамажащую делает? Здесь какая-нибудь стата, сколько я урона нанес? Так, подожди, там что-то есть. Или это, подожди. Тут бесплатно дают вроде. Какой же я эволюционированный. Чедем? Вроде больше ничего не осталось. Так... Идем. Идем. Как идти? Квориум. А могут. Застряли? Используйте кнопку сброс позиции в меню паузы.
А, и КД 60 секунд на кнопке. Не пойму, зачем такой рыбий глаз по краям экрана? Ты видишь это, да? Не знаю. А, ну да-да-да. Искажается. Странно. А, вот триады, это тоже то, что добавили. Можно находить три предмета какой-то категории, и у тебя будет какая-то синергия с ними. Прикол. Да, но надо, видимо, сначала их найти. Тут что? А это мы в этом же, где нет врагов, да. Типа? Хаби. Так а хаб зачем таким большим делать? Чтобы можно было поискать секретики. Обелиск проклятия. О. Ага. А мы уже получили это проклятие? Не знаю, мне ачивка дала за то, что я нашел обелиск. Удваивает урон как по врагам, так и по владельцу. Плюс 100% к урону по рампантам и сиренам, минус 40% к урону по остальным противникам. Прикол. Рампант — это мод из Факторио. Рампанта! Шанс 10% создать в области... область в точке смерти противника. Урон 10% от максимального здоровья раз в 0,3 секунды. Не понял, что? Наносит урон всем. Да, это... Ну, типа, ты убиваешь кого-то, и там есть шанс 10%, что создастся какая-то область, которая будет всех кацать. А. Включая тебя. Процентно. Ну, как-то для милишника так себе, да? Для милишника, да. Вот, я не знаю, как... Будет ли оно 10% от босса кацать, например? Ну, там просто получается 10% от... А, от максимального здоровья. Раз в 0,3 секунды. То есть за 3 секунды он просто убивает всех? Или что? Звучит опасно. На милишнике я бы не брал. Ладно, удваивает урон. А я возьму проклятый осколок, так что не ходи близко к рядом с тем, кого я убиваю. Лол, я упал. Надеюсь, удвоенный урон это не плюс 100%, а x2 прям. Потому что если он аддитивный ко всему тому, что у меня уже есть, то это тупо. Нифига дорого. Чё так дорого? При попадании... У меня 1600 шанс... денег. Но у меня тоже. Высвободить волну энергии. Ну, ладно. А у нас одинаковый, да, тут магаз? Ну да, видимо. У тебя пропало? Ну тут, кстати, пишется о второй штуке синергии. По с чем? Да. У меня вот с плюсиком синергия у камня регенерации. А у тебя сколько сейчас денег? У нас общие или у каждого? 1661 я купил, у меня 1400. У тебя пропало тут? У меня 800. Нет, мне тут... не пропало. То есть у нас еще магаз, по сути. Раздельный. Не надо делить. Ну, с одной стороны прикольно, с другой стороны... Хз. Зачем? А тут можно шмотки передать союзнику? Вряд ли. Плюс 10% к максимальному здоровью, плюс 10% к урону. Звучит недурно. Модификатор какой-то, на. Интересно, там устакается? Так, а ты так. С убитого противника можно. Падает сосуд. Так. Плавить один. То есть 4 предмета надо отдать за одну эту штуку. Ну не думаю. Как же я трепую с того, что по краям экрана происходит. А ты в центр смотри. Монитор купи нормальный. 27 дюймов. Такой... У меня 27 дюймов. А, да? Да. Че, валим? Да-да, мы вроде все посмотрели в хабе. Чародейские орбитали. Так, это тут дар. Как здесь тегать? О. Как ты тегнул? На среднюю. А, то там в чат пишется, какие я ачивки получил. Как ты тегнул?
на колесико нажал. А урона у меня реально дофига. Я половину противников аншотну. Ладно. Недурно. Куда ты идешь? Ты вроде пропустил тут кружочек. А я куда глаза глядят? А что у нас тут? Ячейку древних активировать. Я не помню, что это дает. Дар Арканума. Бесплатно. Ну, я тут уже взял. Пойдем туда, влево, вправо, вниз. Угу. Стенка. Научите прыгать. Дядя. Я пока что-то ни разу проклятие не призвал свое. Е. Надо в монолиты вставить ключики. Но когда они все показываются на карте, это в целом несложно. О, все, создалась штука. Какая штука? Которая дамажит в области. Она очень долго не выпадала. Ну, 5%, что хотел. Там 10. Ау, ау, ау. Не, я про шанс. Там не 5% шанс. Там 10. Да? Ладно. А что я делаю? Я какие-то кубики подбираю, с них что-то дропается вообще, не? Да, дропаются ключики для столбов. Мы только 3 монолита открыли. 4. 5. Тут еще один дар. Предлагает идти сюда, сюда, это куда? На карте не отмечается? А, наверное, отмечается. Но я вижу, где последний монолит. Все. Нам чего-то опять коснуться надо. Где оно? А, ну вон там слева, сверху. Угу. Вороны. Летите. Все знают о тебе. Что ты знаешь обо мне? Ау. Тэпается. Угу. Чё такое? Да у него атаки на всю карту, походу. Да, Норман придумал, конечно. Ну, кстати, вот я хз, может, это какая-то проблема восприятия или что, но сейчас мне играть как-то повеселее, чем раньше. Мне тоже. В чем дело? Я видел, что в последних обзорах жаловались, что враги стали более живучие, что ли. Что-то такое. Но я что-то не то, чтобы... Это ощущаю. Хотя, может, потому что мы на нормале каком-нибудь играем. Вообще, мне в прошлый раз, когда ты там на стриме вроде играл, тоже было интересно, потому что я просто стекло взял. А. Ну вот, я по сути тоже же стекло взял. Ага. И тебе постоянно приходится как-то уворачиваться от врагов. И при этом у тебя есть дамаг. Ну, возможно. Возможно, дело в этом. Так, я не понял, здесь есть выбор? Так, здесь есть выбор. При попадании высвободить волну энергии. Гарантированно поджигает цели. Я не знаю, зачем я маг шукриты. Крит шанс, точнее.
Ну, я тоже качаю крутые, когда есть возможность. А ты из скиллов что качаешь? Бублик свой прокачал на максимум. Тихая бухта. Это та же самая бухта или? Ну, наверное, тут что-то обновилось. Ну вот бухта, она как будто бы какая-то затянутая, реально слишком большая. Но... Это что такое? Ну это то же самое. Да-да-да, это то же самое, окей. Но... Ну как бы то, что хаб такой есть, это прикольно, но мне кажется, какой-то он реально слишком гигантский. Просто... Может он... Типа я думаю, что-то открываться, что-то будет еще. Ну, на... должно. Возможно. Но... Сами локи, мне кажется, стали поинтереснее, потому что, по-моему, раньше не на каждой локе был босс. Типа раньше ты несколько лок проходил, на них просто были какие-то задачи, и ты сразу прыгал в квориум, и только там через несколько лок был босс. А тут на каждой локе босс. Типа сами локи побольше, но на каждой локе босс. По-моему, вот это ключевое такое изменение. 20% к макс хп. Угу. Ну такое было вроде. Кстати, я смотрю на шмотки, они как-то ну, вообще ни с чем, как будто бы не стакаются. Ну вот у меня... С друг с другом. А, ну... Они просто, каждый дает что-то свое, там, кто-то крит дает, кто-то там по области дает. Каждый дает что-то свое, да, есть такое. Ну, в риске тоже, что там прям очевидно стакается друг с другом. Типа клевер и все, что дает удачу, ну, точнее, все, что дает какой-то срабатывание. Там вроде бензин с чем-то стакался или не? С чем он стакался? А я не помню уже. Ну, то есть все в синергии такие косвенные. Ну да. В любом случае. Ну и мы, может, еще не очень много предметов видели. Я не знаю, они тут открываются постепенно или как. Кузня. Но я не думаю, что я кузню буду юзать. Дорого. Погнали. Так, пойдем посмотрим, что там проклятая штука. А, проклятая что-то. Как туда попасть? Ты вроде с ней упал в прошлый раз, как мы туда зашли. Через мост вот этот. Да. Ага. Как тебе вертикальный геймплей? Дайте джетпак. И прыжки. Темно. Ну, два... А, тут два проклятия осталось. Надо создать область. Так это те же самые у меня, те же да, самые. Да-да-да, кроме того, который ты взял. Угу. То есть можно еще а в чем взять? Прикол? Не знаю. Но я не буду брать. Че, идем? Идем, да. Окей, let's go. Получайте по шарам. Слышь, горшок рогатый. Но если бублик прикольно закидывать как-то, то это прям удовлетворяюще. Вот он дар. Еще один шипастый шар. А где реген нормальный? Ладно, есть. Конвертирует 1% потерянного здоровья в 2% дополнительного урона. Выгодно. Второй навык получает дополнительный заряд. О, прикольно. Второй бублик. Эво как? Эво 15. Это ты что призвал за... метеоризм? Да. Признаюсь. Что надо, типа, по этим штучкам пройти? По ниточкам? Очистить точки варда. Надо просто в них постоять. А, они прям быстро разряжаются, если в них не стоять. Ой, я умер. Ресни, плиз. Как тебя резать? Подойти и нажать кнопку. Это тоже... Нововведение. Раньше надо было ждать конца уровня. Теперь можно так резать. Прямо где? Вот моя могила. Я тебя резаю или нет? Не знаю. Ты кнопку какую-то нажал на мне? Я не знаю.
аура, я что-то зарядил. Нет? Но это ты зарядил штуку, которая нужна для квеста. Держите Е, воскресить игры. Я не понимаю. Ай. Не сдохни. Ну там написано, удерживайте Е. Че ты удерживаешь Е? Я удерживаю Е. Ну и удерживай. Ладно. Ладно. Хорош. Я не понял. Ладно. Не, ну в целом стало повеселее. Когда-нибудь мы, возможно, пройдем эту игру полностью. Но пока что, я думаю, на этом хватит. Да? Да. Да. Ну, как по мне, стало поприкольнее. Не знаю, там, почему смешанные отзывы стали. Мне казалось, что было хуже. И патч как-то пободрее все сделал. Но, возможно, это из-за того, как раз, что я играл с повышенным уроном. Эффект стеклышка. Эффект стеклышка, да. Ну, не знаю, не знаю. А как тебе? Ну, по сравнению просто с тем, да, что было. Ну да, наверное, лучше стало. Лучше. Ну, если вы, друзья, считаете так же, то подключайтесь к нам в Телеграм и участвуйте в розыгрыше. Там аж три ключа гейткипера разыгрываются. Помимо Телеграма, спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty и Donation Alerts во время стримов. И как обычно, живите дружно, не болейте и до скорого. Пока. 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 Пока хаос не проявил себя, финал игры остается за горизонтом раннего доступа.